Всем привет! С вами Бойко Алексей и канал Компьютерный гений. В этом видео я хочу вам показать, как устанавливать шрифты в Linux Mint. На своем канале я периодически делаю видео-ответы на комментарии, и вот один из комментариев привлек мое внимание, и я хочу ответить на данный комментарий в видеоформате. Человек вот спрашивает, каким образом можно установить шрифт в Linux. На самом деле, шрифт, когда вы устанавливаете, то вы не устанавливаете его только для LibreOffice или там для Microsoft Office, либо для Photoshop, для GIMP, для чего-то еще. То есть вы просто устанавливаете какой-то шрифт в свою операционную систему, и он везде у вас будет отображаться и работать, какой бы программой вы ни работали. Итак, для того, чтобы установить какой-то нужный для вас шрифт, вы должны сначала его скачать. Для того, чтобы скачать какой-то шрифт, вы просто вбиваете в поисковой системе «скачать шрифты» и находите необходимые для вас шрифты. Я уже подготовил необходимые шрифты, которые мне нравятся. Вот они, когда вы их скачаете, они могут быть вот в таких форматах, как вот здесь написано, да, то есть TTF или OTF и так далее, да. Вот, то есть вы скачали и, к примеру, давайте возьмем какой-то один шрифт и его установим. К примеру, давайте вот установим шрифт, который называется Android. Да, то есть там буквы такие же, как у Android. Мы можем открыть, посмотреть, как это выглядит. То есть вот такого рода шрифт будет. И называется он у нас именно вот Android. Да? То есть вот по вот этому названию мы потом можем его найти. И давайте мы именно его и установим. Берем его, просто выделяем мышкой, копируем. И идем в домашнюю папку. То есть мы открываем наши файлы. И вот здесь у нас есть домашняя папка в Linux. Нажимаем на нее. И именно вот здесь мы наши шрифты и добавляем. Но сейчас у нас не отображается папка, которая нам нужна. Для того, чтобы она отображалась, нажимаем Ctrl клавишу на клавиатуре и удерживаем ее. Нажимаем букву H. Вот, мы нажали, и у нас открываются скрытые файлы, которых у нас до этого не было видно. Если мы еще раз нажмем на Ctrl-H, мы скроем опять эти файлы, которые скрытые по умолчанию. Да? Вот, мы открываем и находим fonts, то есть точка fonts. Нам нужна именно вот эта папка. Открываем ее, и тот файл, который мы скопировали с вами, мы его кидаем именно сюда. То есть правой кнопкой кликаем и нажимаем «Вставить». То есть вот у нас вставился наш файл, вот он, это наш шрифт. Если вам нужно больше шрифтов, то кидайте уже, конечно, их больше. Так, закрываем все это дело. И теперь открываем либо LibreOffice, либо любую другую программу, где есть шрифты. Я открою GIMP, это аналог Photoshop, и посмотрим, появились ли у нас шрифты здесь. Так, открывается программа GIMP. Создаем файл. Так, берем текст. Так, и теперь нам нужно с вами выбрать шрифт, который мы закачали. Для этого мы нажимаем вот на эту кнопочку и смотрим. Здесь у нас должен быть шрифт. Появится Android. Так, смотрим, есть ли он у нас. Вот, вот наш шрифт, который мы с вами только что закинули. Это Android шрифт. Можем написать, например, какой-нибудь текст, тоже Android напишу сейчас. Так, Android. Так, Android. Давайте сделаем шрифт наш побольше, чтобы видно было. Вот у нас Android. И можем сделать его каким-нибудь цветом. Таким, например. Вот, в принципе, вот наш шрифт. То есть, вот таким образом у нас устанавливаются шрифты в Linux-системе. Повторю еще раз. То есть, один раз, когда вы шрифт установили, он у вас будет отображаться везде. В любых программах, где есть у вас выбор какого-либо шрифта. Если у вас есть вопрос о том, как установить шрифты в Windows-системе, вы можете написать об этом комментарий. Я обязательно сниму видео по данной теме. Если вам понравилось это видео, ставим пальцы вверх, подписываемся на мой канал, делитесь данным видео с вашими друзьями. С вами был Бойко Алексей, всем пока!